все началось с того, что я был вынужден перейти в новую школу, в новый класс, к новым одноклассникам. Сначала они меня приняли хорошо, но потом начали издеваться, обзывать меня. После того, как мне поставили подножку, мне стало очень больно и обидно. Я убежал в раздевалку и долго там прятался, пока на глаза не попался телефон службы доверия. Есть ли в твоем классе ребята, которые положительно к тебе относятся или, может быть, нейтрально? Попробуй подружиться именно с ними. После разговора с психологом я понял, что будет очень сложно подружиться с новым классом, со всеми сразу. И решил наладить отношения только с одним человеком, с Игорем. Через 2 недели мы были уже друзьями, и мне стало легче общаться с другими одноклассниками. Я очень рад, что не побоялся позвонить по телефону службы доверия.